Водоснабжение села, модернизация школ и благоустройство. Глава региона продолжает решать вопросы людей, обратившихся к нему с личными общественными проблемами. Прием граждан ведется лично и по видеосвязи. Накануне губернатору озвучили сразу несколько вопросов, касающихся жизни на селе. О водоснабжении в Майнском районе разговор вели с жителями Карлинского. Заявка была о замене водонапорной башни и сетей в 2,5 километра. Для решения вопроса правительством области выделено почти 8 миллионов рублей. Заключение контракта планируется уже на следующей неделе. Олег Валентинович, ну вы тогда контролируйте на месте проведение этих работ и мне сигнализируйте, если по каким-то причинам сроки будут срываться. Со стороны Минстроя и жилищно-коммунального хозяйства также контроль будет обеспечен. Об установке современной стелы на въезде в рабочий поселок просят жители Старой Майны. Макет уже разработан. Из бюджета района выделено 450 тысяч. До 15 августа на въезде в Старую Майну новую стелу должны установить. А в Давыдовской школе Николаевского района ученики, родители и учителя ждут открытия точки роста. Такие центры образования для сельской местности и малых городов открываются по федеральному проекту «Современная школа». Несмотря на то, что школа у вас очень маленькая и учатся в ней всего, по моим данным, 63 ребенка, тем не менее, мы все необходимые решения приняли. Решение нашел вопрос благоустройства родника в деревне Юрьевка Новоспасского района. Из бюджета области выделены 275 тысяч рублей, и уже к 1 октября источник будет облагорожен.